Всем привет! Сегодня снова начинаю новую вышивку. В последнее время что-то у меня много всяких разных начинаний, но эта вышивка в принципе небольшая, всего 12 на 17 сантиметров. Это такой вот ангел от фирмы Dimensions из серии Good Collection Petite, что значит маленькая, но непростая работа. Итак, посмотрим, что входит в набор. Получится должен такой красивый ангелочек. Так, в набор входит канва такого вот серо-голубого цвета. Канва Аиды 16. Дальше. Ниточки, как всегда, на таких вот органайзерах. На двух. 22 цвета входит в набор. Включая вот металлик. Здесь прицеплена одна ниточка. Я вижу, что там еще лежит. В целом ниточек немного, в основном по одной-две пасмочки, ну вот белых побольше только. Вот еще металлик такой вот золотой, красивый. И еще всякие украшалочки. Бисер, звездочки. Такой месяц, такие вот шармики красивые. Так, дальше у нас идет инструкция всевозможная. Инструкция по выполнению различных шовчиков. Крест, полукрест, бэкстич, так, выкладная нить, лейзи-дейзи, кординг, французский узелок, как пришивать все вот эти вот украшалочки, все здесь вот в картинках, и не только в картинках, также еще и описание есть, правда, не на русском. Что-то на русском языке. Так, ну это общая информация по вышиванию счетным крестом. Хотя здесь тоже вот есть вся информация по выполнению стежков. То же самое, что на предыдущем листике я смотрела, за исключением, что здесь нет вот конкретно к этому набору применительно, как пришивать всякие бисеринки, там, шармики и все прочее. Так, и основная такая инструкция, в том числе здесь есть на русском языке информация. И, собственно, вот она схема. Так, иголочки две. Видимо, одна для вышивания, другая для бисера. Но что-то мне кажется, что бисерная иголочка как-то толстовата в данном случае. Ну, если что, я, конечно, найду, чем заменить. Хотя, думаю, должна быть так подобрана, чтобы она проходила через бисеринки. Так, ну и схема. Что у нас тут в схеме? Крест у нас в основном выполняется в две нити. Полукрест есть в одной-две нити. Так, ну, крестик есть еще в три нити блендочки. И еще помимо крестиков, полукрестиков, куча всяких шовчиков. Тут идет бэкстич, причем много тут его видов. В одну нить есть две нити, есть в три нити вместе с металликом. То есть 7 видов бэкстича. Так, это, наверное, выкладная. Лейзи-дейзи, кординг. Французские узелки,
бисер, наверное, звездочки, бисер со звездочками, шармики. В общем, очень много интересного меня ждет, я так полагаю, хотя вышивка сама по себе небольшая, ну, относительно, то есть в крестиках получается, так, ну, где-то примерно 80 на 100 крестиков. Причем зашивка тут не полная, как бы вот эти углы практически пустые. Очень надеюсь, что у меня получится красота. На сегодня все, пока!